Здравствуйте. А скажите, кто у вас принимает решение о возврате денег покупателю? Что вас не устроило? Можете ответить на вопрос? Мой начальник. Мой начальник. Как с ним можно связаться? Ты скоро будешь? Тут по Samsung вызвать хочет. Да, который вчера продался. Ну, он спрашивает начальника, да? С кем нужно переговорить. Возврат сделать. Ну что, Виталий вызвать? А что мне сейчас делать? Хорошо, давай. Что у вас настроило? Напишите претензию. Письменно. Я просил связаться. Я связался. Вы связались. Я хочу сам поговорить с ним. Ну, сейчас люди заняты. Когда освободятся? Продиктуйте номер свой. 950-655-4098. Как он освободится на Сбербанк? Хорошего не хотите, значит. Вы мне объясните, может быть, все получится.